Ребят, всем привет! В этом видео хотел бы снять распаковку вот таких вот аккумуляторов. Это аккумуляторы, которые заряжаются от USB. Очень удобные. Купил уже вторую упаковку. Вот она прошлая. Вот здесь два аккумулятора. Остальные в мышке два. Ребят, очень удобно, не поверите. Я уже забыл, что такое покупать батарейки. Вот у меня беспроводная мышь, постоянно батарейки эти садились. И постоянно нужно было тратить на них деньги. Это не реклама этих аккумуляторов. Просто вы можете найти их на Озоне, на Wildberries и купить. Очень много продавцов продают. Вот запоминайте, вот такая вот упаковка. Вот характеристики. Жмите на паузу, смотрите. Отличия какие в упаковке? В принципе, все одинаково. Но здесь в упаковочке шел кабель USB на 2 Type-C и все. То есть 4 батарейки невозможно было сразу зарядить. А вот здесь вот в новом варианте, по идее, должно быть идти USB на 4 Type-C. Но сейчас посмотрим, откроем и вы все увидите. Вот такая упаковка. Итак, снимаем крышку. Вот так вот выглядят аккумуляторы. Это аккумуляторы мизинчиковые, мини-пальчиковые. 3А. Вот, заряжаются они, вот вставляется Type-C вот сюда. И через любую зарядку, через телефон можете их заряжать. Очень удобно, ребят, рекомендую. Рекомендую всем. Это огромная экономия денег. Итак, давайте посмотрим. Да, все верно. Вот, один USB вставлять буду в зарядку. И сразу 4 Type-C. Очень удобно, очень круто. Буду заряжать сразу 4 аккумулятора. Вот берете самый обычный блочок от смартфона, вставляете, дальше подключаете аккумуляторы и заряжаете их. Вот смотрите, подключил. И вот когда аккумуляторы мигают, происходит зарядка. Как раз сейчас я проверю при вас. Ну, вроде бы все 4 аккумулятора заряжаются, видите? Все отлично. Вот эти прошлые аккумуляторы, они мигают красным цветом. В общем, фотографии я оставлю в описании по ссылке. Можете перейти и посмотреть. Покупайте, пользуйтесь и сэкономите деньги в будущем. Вот такой вот, ребят, видосик. Напишите свой комментарий. Вы используете аккумуляторы, не используете? Есть ли экономия денег? Нет, но мне кажется, экономия денег по-любому есть. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Всем пока.